Наша продукция проходит тестирование на вершине Эльбруса, в горах Алтая, непроходимой тайге и даже на Карибских островах. Наша гордость – всесезонный газ. Мы проверили его в самых экстремальных условиях – на Камчатке, в районе Ключевской группы вулканов. Он получил всеобщее признание от заядлых путешественников. Продукция торговой марки «Следопыт» используется участниками экспедиции Русского географического общества. Со «Следопытом» удобно, выгодно, надежно. Каждый день и в любую погоду. Ну что, поехали. Очередной матч на 7-м международном турнире Кубок Тресфом. И у нас намечается очень интересная встреча. Два совершенно разных игрока. Человек-молния Александр Молчанов, который сметает буквально шары с игрового поля, заколачивая их под скобу. И размеренный, интеллигентный, умный, расчетливый представитель Кемерово Виктор Локтев. Частенько он бывает в призах на многих турнирах, а Александр — это чемпион России, призер России. Очень амбициозный, очень такой одаренный игрок. Если он выдаст свою хорошую игру, свою лучшую игру, то, конечно, шансов у Виктора будет мало. Главная задача, думаю, сейчас у Виктора — сдержать наступательный порыв молодого спортсмена, который представляет, если я все правильно помню, Казань. Сам он родом из Самары. Так, ну что, чат у нас открыт на Ютубе, поэтому обязательно туда пишите. Обязательно задавайте вопросы. Ну что, первый же удар, и Виктор Локтев всю пирамиду разворотил. Ну что, посмотрим, будет ли 8 ския в исполнении от Александра Молчанова. Пока он прицеливается, что-то он в замедленном темпе выступает. Обычно он мечется вокруг стола, как вихрь. Расскажу я вам, какая дисциплина. Играют в омку. Это, ну, если кратко, усложненная свободная пирамида. 7 белых забиваешь, и восьмого шара нужно забить красного. Комментирует для вас Илья Чечулин, поэтому пишите, задавайте вопросы. Я уверен, что этот матч будет не менее интересный, чем предыдущий, в котором Дмитрий Манчак сделал очень хорошую серию, 22 ския в омку. Это хороший результат. Но что-то пока вяленько, Александр. Где стремительные чужие на дикой оттяжке? Посмотрим, чем ответит представитель Кемеровской области, вернее, города Кемерово. Виктор Локтев. В прошлом году Виктор участвовал. Очень всем понравилось интервью с Виктором. Такие интересные вещи он нам рассказывал про русский бильярд, про его будущее. И смотрите, какой великолепный удар с подбоем. Бить надо. В данном случае было с правым сильным винтом, чтобы шар от борта пошел в остатки пирамиды. Подбой в эту игру обязательно нужен, потому что красный шарик, который закопан
в середине Лузы, в середине пирамиды. Нужно каким-то образом оттуда доставать и вытаскивать. Пока победы, насколько я помню, в этом турнире именно на Кубке Тресфом у Виктора не было. Был он точно вторым, был третьим. Ну, такой стабильный призер Кубка Тресфом. В седьмой раз проходит этот турнир в городе Омске. Ну и главный вдохновитель и главный организатор этого турнира Андрей Иванов. Именно он является директором компании Тресфом. Ну и совместно с Максимом Кульбачем вот, проводят они это мероприятие. И получается у них весьма недурственно. Кто в Омске находится, рекомендую всем приехать в бильярдный клуб «Русский», где проходит этот турнир. У нас два онлайн-стола. На одном сейчас играет Моисеенко Ткачев, на втором Молчанов Локтев. Александра знаю давно, еще по детским турнирам, когда я ездил по ним со своими учениками. Ну, что можно сказать? Хороший парень. Азартный. Любит бильярд. Умеет играть в него. Умеет думать. Вот. Немножко бы ему снизить скорость. Но, похоже, поработал тренер. И сейчас Александр играет чуть более спокойном темпе, чем раньше. Посмотрим, принесет ли это ему успех. Так, у нас, кстати, на турнире первая сенсация таки состоялась в первый же день. Никита Левада проиграл Андрею Бузьярову. Да, уверен, что никто не слышал эту фамилию. Андрей Бузьяров – это представитель города Ангарска. Кандидат мастера спорта. Вот Андрей недавно выиграл чемпионат Сибири, а тут решил огорчить и Никиту Леваду. Никита Левада упал в нижнюю сетку. И самое забавное, что в Олимпийке попадет на Азиза Мадаминова. И, собственно, кто-то из них, как бы не смешно это звучало, не пройдет в призы, в денежные призы, которые начинаются с 16. Да, так бывает. С сильными игроками так бывает. Молчанов 6, Локтев 2. Ну что, сможет ли Виктор продавить такого чужого? Посмотрим, и будет ли вообще его играть. Ну, стоит там хороший шар. В общем-то, с левой руки Виктор Локтев левша. Я думаю, все об этом знают. Ох, как много не дорезал. Ну, пока привыкают они к столу. Привыкают к игре. Виктор Локтев недавно прилетел. Буквально с самолета в 4:30 приземлился. Приехал в клуб. Чуть-чуть пришел в себя. Но мне кажется, все равно требуется время. Так, ну что, 7 шаров. И есть, в общем-то, свояк с левой руки. Ну, при росте Александра он почти под 2 метра. Выше его только Андрей Шагаев. Я думаю, что он до этого шара спокойно дотянется. Нет, решил бить в другую сторону и попал тонко.
Ну что, посмотрим за полетом мысли Виктора Локтева. Настроен серьезно. Судя по его лицу, не хочет отдавать позицию. И сейчас попытается ее максимально усложнить для своего визави. Пытался с одной стороны не отдать свояка, а с другой оставить белый шар на игре. Это очень важно, учитывая, что в этой позиции аж на 4 шара стоят по бортам. Ну, как бы он ни старался, для Александра Молчанова нет незабиваемых свояков. По-любому будет его бить. Ну, на это и расчет, что не забьет и подобьет. Не забил и подбил. Остается только понять, как сложится ситуация на столе. Да, никуда не спешит Виктор. Понимает он, что в этом темпе, в котором играет Александр, счастья ему не видать, поэтому всячески будет стараться его сбить. Все правильно, подбить белые, а красные оставить на коротком борту. Хорошее решение, вполне подходит. Ох, какого чужого. Какого чужого пытался забить Александр. Вот о чем я и говорил. Ну, чистый, открытый космос. По-другому и не скажешь. Что-то не в форме. Не в форме пока. Виктор Локтев усложнял, конечно, удар тем, что давал правого вращения, но несложный был чужой. И подставка образовалась для Александра. И это будет 1-0 в пользу спортсмена из Казани. Играют до 4 побед. Играют до 4 побед. Дистанция, на мой взгляд, достаточно приемлемая. Да, кто-то сыграет быстрее, кто-то чуть-чуть помедленнее. Ну вот, мы видели и 22 уже ския. Я думаю, что увидим еще какую-нибудь красоту. А насчет того, как вообще играют такие короткие пары, ну, с винтом, боковое вращение сильное, чтобы шары успели разойтись. Пока эти шары можно бить в рамках правил. Ну вот, тоже очередная короткая пара. Я бы на месте Александра позвал судью. Ну вот что это? Штраф, не штраф? Шар подпрыгнул. Ну вот, Виктор Локтев задает хороший вопрос. Все ли было в порядке?
с этого ракурса не видно. Нужно постараться замедлить. Ну вот, мне кажется. Что, посмотрели? Так, сейчас. Ну вот на замедленном, если посмотреть, то если я бы судил, я бы признал штраф. Сейчас показывают на замедленном режиссер трансляции, и можно видеть, что пиханул, конечно, шара вперед этого шара. Ну вот сейчас рассматривают. Да, смотрят, изучают, был ли штраф или нет. Вот еще раз прокручивают повторы. Ну вот по мне, так догнал кием вот этого шара, битка. Сейчас разложит по запчастям. Благо трансляция позволяет. Может быть, вид сверху и не покажет. Нужно смотреть сбоку. Ну, есть судья. И вот он уже примет свое решение. Понятно, что бил сверху вниз. Джам будет по-любому. Ну, вот с этого боку посмотрим. Сверху кажется, что был штраф. А вот отсюда кажется, что все в порядке. Да, вот как разные ракурсы, разную картинку дают. Да, посмотрели, изучили, и оказалось, что просто вот такого сильного вращения дал, сверху вниз ударил. Ну вот, Виктор Локтев молодец, как сидел на своем месте, так и сидит. Ну вот, что касается именно игровой дисциплины, то я считаю, что Виктор Локтев — это образец просто поведения. Ну и парень очень интеллигентный, рассудительный. Умный и здравомыслящий, что очень важно. Ну что, Александр из этой позиции может и 8-ски. Я... Да что же... Что вот у меня за глаз, который все время сбивает спортсменов? Стоит мне только начать фразу про 8-ски, как тут же промах на пустом месте, на ровном, как говорится.
Так, ну что, да, не самую большую серию сделал у нас Александр Молчанов. И хорошая позиция стоит для Виктора. Нужно только поверить в себя. Вспомнить, как забивать шары, а Виктор это делать умеет. Два-два. Ну вот все какое-то неказистое встало. Все чужие, все на каких-то непонятных резках. Как из них что-то сотворить более разумное? Ну, посмотрим, что ответит Виктор Локтев. Ну вот. Удача на его стороне. Ударился шар в губу и прикатился на подставку. Я думаю, что сейчас с нее можно 3, а то и 4 шара извлечь, если правильно распорядиться. Раз шарик. Немножко сильно. Можно было бы и потише. Хороший удар с переводом на угловую лузу, противоположную, лишь бы к борту не встал. Ну и очередного кривого чужого промахивается Виктор Локтев. Ну. Да, что касается именно чужих шаров, то Александр Молчанов умеет их забивать. И опять с глаз. Вот как я так делаю. Можно уже за деньги кого-нибудь, на кого-нибудь порчу наводить или с глаз. Стоит только похвалить какого-нибудь спортсмена, как тут же он промахивается. Да уж. Такой нервный какой-то поединок у нас получается. Надеюсь, что это только начало. Ну и в прошлом матче начало не задалось. По крайней мере у Дмитрия Мальчика. Ну а потом показал очень красивую игру. Раскрылся 22 ския. Ну глядишь. И эта пара. Тоже свой мощный арсенал покажет. Ну вот свояк уже стоит готовый, куда забивать красного в угол налево. Сейчас нужно забить этого чужого, и счет будет 1-1. До 4 побед это гораздо приятнее, чем 0-2. Принимает другое решение Виктор. Решает забить этого шара и будет бить просто чужого. В
Будет бить просто чужого, но с верхнего ракурса, наверное, стоит гораздо проще, чем... Да, уверенно забивает, прошивает буквально лузу, продавливает дальнюю губу. Но именно вот так и нужно было бить, когда шар стоит рядом с коротким бортом, продавливается на мощном ударе дальняя губа, в данном случае длинного борта. И шар засасывает буквально в лузу, и он падает. Да, хорошая партия, нервная, все как мы любим, 1-1. И у нас все только начинается, но правда уже не до 4 побед, а до 3. От разбоя, как и в свободную пирамиду, в омку достаточно много зависит. При сильно свободном разбое можно получить и 8 ския. Подбой пирамиды есть. Но вот правда, красненький шарик пошел в сторону длинного борта. Ну, можно его поднять. Я думаю, что чужой в середину просматривается. Есть и чужой в угол. Посмотрим, посмотрим, как Виктор Локтев умеет, умеет разбирать позицию. Что умеет, мы точно знаем. Остается понять, как он это умеет делать. За счет чего. Ой... Как красиво. Идеальный выход просто на среднюю лузу. Идеальное подбитие. На нужной силе произвел удар чужого. И очень хорошее продолжение. Браво. Браво, молодец. Такое свободное движение рукой. Но вот здесь уже не очень молодец. Хотя, может быть, по-другому и не было возможности забить этого шара. Если он прилип к борту. Но оставил в зоне. Есть свояк. Можно опять же сыграть чужого. Правда, в другую лузу. Но здесь, да, довольно хорошо все стоит. Напомню всем, что у нас активный чат на YouTube. Пишите, задавайте вопросы. Комментируйте действия игроков. Ну вот, например, как игрок уровня Виктора Локтева может не забить такого простого свояка. Может быть, какой-то выход планировал или просто банально еще не почувствовал раскат сукна. 4-0 в этой партии, 1-1. По партиям это верхняя сетка. Первый день 7-го международного турнира Кубок Тресфом. Все только начинается. Впереди еще множество интересных матчей. Первая сенсация у нас уже состоялась. Никита Левада. Первый номер посева отправился гулять в подвал, в нижнюю сетку. Отправил его туда представитель Ангарска. Чемпион Сибири. Андрей Абузьяров. Ну, самое забавное, что перед матчем он подошел ко мне. Я у него спросил, с кем играешь. Он говорит, играю с Левадой. Я говорю, и как? Он говорит, да что-то плохо себя чувствую, приболел. Ну вот, оказывается, чтобы выиграть Никиту Леваду, нужно чуть-чуть подпростыть, судя по всему, и быть не в себе. Не знаю, как по-другому объяснить переживания Андрея. Говорит, я сейчас не в оптимальной форме. Что ж тогда оптимальная форма для этого спортсмена из Иркутской области?
Так, спрашиваете про правила разбоя. Правила такие. При разбое три белых шара должны коснуться борта или бортов. Три разных белых. Это очень важно. Либо два белых касаются, два разных белых касается борта или бортов. И любой белый шар перекатывается через середину стола. Вот такие правила правильного разбоя. Не штрафного. Шесть шаров у Виктора Локтева. Есть великолепный свояк. Что касается свояков, Виктор, конечно, владеет этим элементом очень-очень хорошо. Ну, неудивительно. Вице-чемпион мира по московской, вернее, по комбинированной пирамиде. Ну и множество коммерческих матчей он провел в эту игру. Ну, также и неплохо играет в свободную пирамиду. Ну что, свояк на оттяжке. Свояк на перетяжке в итоге получился. Да, не вышло сделать хороший выход под угловую лузу, и поэтому пришлось пытаться оттянуть в среднюю. Позиция более чем хорошая для Виктора и, прямо скажем, сложная для Александра. Множество шаров стоит на бортах, нужно их поднимать. Ну вот со свояками пока у Александра ай-яй-яй и ой-ой-ой. Так, ну что, вот смотрите, оставляет Виктор в активной зоне красного шара и не пытается его подкатить к лузе. Может быть, это и правильное решение, как один из вариантов. А вот Александр просто пытается поставить его на короткий борт. Ну вот сейчас можно сделать хороший удар, тоненько-тоненько попасть белым шаром по красному, подкатить его поближе к лузе. Ну, нужно только сделать это очень филигранно и аккуратно. Свой от борта в середину. Ну, было похоже. Было похоже. Но, к сожалению, похоже, в русский бильярд не считается. Без штрафа, ну, по-моему, есть абриколь. Не знаю, проходит он или нет. Так, так, так. Похоже, проходит. Просто заказывать сейчас шара в лузу красного. В угловую. А нет, похоже, все-таки не видать абриколя, но все правильно делает. Все правильно делает Виктор. Отыгрывается, и смотрите, как великолепно в эту игру, когда у соперника мало шаров, а у тебя 7. Главная задача стоит в том, чтобы как можно больше белых шаров поставить на борта, чтобы не было спокойной и свободной серии для соперника. Ну и биток стараться держать наоборот, в открытой позиции, насколько это возможно.
Не стал играть этого свояка через лоб, решил ударить тонко. Ну, было близко, чуть-чуть перебил. Ну, собственно, неудивительно. Ну и есть с чего раскрутиться Александру. Был чужой и нет чужого. Так, ну что в ответ? Повезло, не повезло. Есть чужой, конечно, для Виктора, но все-таки свояк в данной ситуации более предпочтительный. Левое мощное вращение практически мимо шара бьет Виктор, чтобы биток засосало в лузу, но чуть-чуть не добил. Буквально какой-то миллиметр и... Подзатянулась и третья партия. Упорная борьба. Ну что, Александр, где задор молодежный? Ну, похоже, все. По Александру очень легко прочитать, в каком состоянии он находится. Чуть-чуть заволновался, сразу розовые щечки. Ну вот так устроены. Так устроена сосудистая система. Сильно близко капилляры, поверхности кожи. И... Да, надо брать перерыв. 2-1. Виктор Локтев. Ну, собственно, Александр его и берет. Давайте возьмем перерыв и мы. И продолжим буквально через несколько минут. Наша продукция проходит тестирование на вершине Эльбруса, в горах Алтая, непроходимой тайге и даже на Карибских островах. Наша гордость – всесезонный газ. Мы проверили его в самых экстремальных условиях – на Камчатке, в районе Ключевской группы вулканов. Он получил всеобщее признание от заядлых путешественников. Продукция торговой марки «Следопыт» используется участниками экспедиции Русского географического общества. Со «Следопытом» удобно. Выгодно, надежно, каждый день и в любую погоду. Наша продукция проходит тестирование на вершине Эльбруса, в горах Алтая, непроходимой тайге и даже на Карибских островах. Наша гордость – всесезонный газ. Мы проверили его в самых экстремальных условиях – на Камчатке, в районе Ключевской группы вулканов. Он получил всеобщее признание от заядлых путешественников. Продукция торговой марки «Следопыт» используется участниками экспедиции Русского географического общества. Со «Следопытом» удобно, выгодно, надежно. Каждый день и в любую погоду.
Так, ну что, мы продолжаем. У нас четвертая партия. Пока ведет по счету представитель. Представитель города Кемерово. Два один. Ну, хорошая позиция сейчас стоит для Александра, но вновь грубая ошибка. Да, сильно много ошибается Александр Молчанов. В матчах такого уровня это недопустимо. Великолепный чужой с подбоем. Да, хорошая позиция очередная встает для Виктора. Начало провалил Виктор. Много, достаточно много мазал. Потом, ну вот, как-то пришел в себя. Сильно замедлил ход игры. Так сказать, расставил свои тактические сети, понял, что Александру темп можно сбить только таким образом, и вот шарик за шариком, партию за партией пока записывает свой актив. Так, ну что, давайте напомню вам, что мы смотрим 7-й международный турнир, кубок Тресфом. Призовой фонд турнира 500 тысяч рублей, и с Олимпийки каждая партия ския будет вознаграждаться 2000 рублей от Андрея Иванова лично. Главные спонсоры этого турнира — это компания Тресфом и компания Следопыт. Вот именно благодаря их стараниям обеспечен призовой фонд, подарки и такая шикарная трансляция, которую проводит Бильярд Про Лайф для всех нас. Играют спортсмены у нас в Омку. Эта игра, ну, напоминает поначалу свободную пирамиду, когда нужно забить 7 белых. Ну а потом превращается в охоту за битком. Потому что 8-го шара нужно забить красного. Можно забить как чужого, так и свояка. Такая усложненная свободная пирамида. Игра заказная. Заказ шарлуза. Заказ не строгий. То есть случайные шары не считаются. Все случайные шары выставляются на короткий борт. Так же, как и штрафы. Штраф тут с полки. Только если красный шар падает случайно в лузу, это штраф, и выставляется красный на точку и белый шар на борт. Очередной отличный удар по выходу. Так, а сколько шариков, давайте посчитаем. Ну вот, что-то нужно делать с красным. Просто так забивать 7-го шара, ну, смысла, наверное, большого нет. Хотя забить 7-го, потом отыграться, как вариант. Можно сейчас попробовать наиграть середину с этого свояка. Посмотрим, как будет действовать Виктор. Нет, никакого свояка на середину не получилось. Приходилось играть достаточно в толстую резку, да. Это был свояк через пол шара. Ну что, неужели будет бить чужого? Вот такого дальнего, бортового. Ну, если забьет, то это космос. Забивает, продавливает губу. Причем на таком достаточно
спокойном ударе. Я бы даже сказал, на средней силе. Да, хороший шар. Ну вот и посмотрите внимательно, как бьются такие шары. Продавливается дальняя губа. Это важно. Если попадешь в ближнюю, то все. Мимо. Тут продавил губу и забил. Браво, Виктор. Изучил, судя по всему, на разминке стол. Молодец. Так, разбой Александра, промах. И что у нас с позицией? Придется использовать растяжку. Молодец, видно, что занимается спортом. Не каждый может в такую стойку-то растянуться. Так, ну что, чужой, понятно, падает. А что происходит с битком? Наверное, будет делать перевод или подбой. Перевод на боковом вращении, на правом. Очень хороший, качественный удар. Нужен был выход ему именно под свояка. Все верно. Нужно подбить пирамиду, чтобы освободить красного шара. Именно в этом логика. Да, подбил, освободил, и сейчас можно еще получше позицию сделать для красного шара, сделать выход. Ну-ка посмотрим, да. Левая резка как раз та, которая нужна. Правда, впереди еще 4 шара, чтобы добраться до красного. Да, середина, все верно. Середина, все верно, но мимо. Была там небольшая резка, микрорезка. Но вот именно в нее он и не попал. Да, похоже, настроился Александр. Ну, честно говоря, так две партии, конечно, кукурузу охранял, промахивался в тех ситуациях, когда он не должен этого делать. Ну, вот сейчас смотрите, как заиграл. Сделал великолепный перевод на угловую лузу. Великолепный удар. Ну, правда, без выхода, просто в забой. Ну, возможно, что оно и правильно. Когда проигрываешь со счетом 1-3 по партиям, нет большого смысла стараться играть по выходам. Просто почувствовать себя, почувствовать силу, почувствовать свою мощь, просто позабивать. Ну а там как
кривая. Выведет злодейка судьба. Ну, пока стабильно. Забивает 5 шаров. Еще 2. И потом нужно в ход пускать красного шара. У нас, кстати, тут намечается интересный поединок. Кондратьев, Илья, Михайлова, Дарья. Видели мы, как Даша играла. В общем, неплохо она начала свой поединок с Дмитрием Манчаком. Ну, посмотрим, как сыграет с Кондратьевым Ильей. Да что это такое? Таких-то нужно забивать. Александр, Александр. Как же так? С твоей-то кладкой такие мазать. Ай-яй-яй, никуда не годится. Ну что, у нас так потихонечку игровой день подходит к концу. Осталось буквально несколько поединков. 4 дня будет проходить турнир. Сегодня первый, воскресенье, понедельник, вторник. Во вторник уже полуфиналы и финал. То есть нам нужно успеть доиграть до этой стадии за 3 дня. Вроде бы все идет в нужной скорости. Так, ну что. Одна сенсация была. Абузьяров, Левада, 4-3 Абузьяров. И пока все спокойно. Все движется в своем темпе. А у нас тем временем 6-6. Вот так вот. Такова стоимость промаха в эту игру. Свободную пирамиду с усложнением, когда нужно забить 8-го красного. Игра эта называется Омка. Кубок Тресфом в городе Омск. Дисциплина Омка. 7-й турнир по счету. Так, ну что же делать? Что же делать сейчас Виктору? Не очень ясно, проходит этот красный шар или нет. Если проходит, будет забивать. Ну и позовет, естественно, судью. А почему? А потому что человек дисциплинированный и хочет, чтобы судья посмотрел, чистый будет удар или нет. Да, вот Максим Кульбач подходит и будет оценивать, по правилам будет удар или нет. Вот о чем я и говорил. Виктор Локтев, конечно, игрок. Очень грамотный во всех смыслах. Было близко. Чуть было не забил, но...
чуть было не считается. Вот сейчас красивый ракурс показывает нам режиссер. Ох, работа кия. Бедный кий, как его согнуло, что он аж задрожал. Ну что, Александр, свой в отскок. Свой в отскок. А куда же красный? А красный пришел в позицию, чтобы его застрелили прямо в лузу. Да, 2-3. Борьба продолжается у нас матч. Хотя, честно говоря, я уже думал, что Виктор Локтев победил. Такой у него был настрой, но вот хороший получился удар у Александра Молчанова. Отлично прикатился в нужное место красный шар. И бой продолжается. Посмотрим, будет ли контра. Ну а тем, кто хочет посмотреть на прекрасную Дарью Михайлову, рекомендую переключиться на второй онлайн-стол. Где будет играть... Где будет играть Дарья Михайлова и Илья Кондратьев. Ну что, продолжаем смотреть. Так, ну что, продолжает у нас Александр Молчанов. Свою серию. Очередной промах. 5 шаров забил, и к столу выходит у нас Виктор Локтев. Так, пытался я сейчас заглянуть в чат на YouTube, и что-то у меня какие-то проблемы, почему-то чат не обновляется. Сейчас попробую узнать подробности, в чем дело.
буквально секундочку. К четвертому столу приглашаются Варданян Размик, Филиппов Евгений. Варданян Филиппов, стол номер 4. Так, разобрался я тут с чатом, заблокировал я одного пользователя, но заблокировал только у себя, поэтому не могу видеть его сообщение. Да, убедительно я просил не писать, ну, всякие политические штуки. Мы проводим турнир, и портить ощущения, ну, у каждого свое мнение. Ну, пожалуйста, пишите это где угодно, не знаю. На Красную площадь выходите с транспарантами. Зачем писать в чате, где идет бильярдный турнир? Ну, это же безумие, вы же это понимаете. Поэтому давайте смотреть за красивой игрой, за игроками. Задавайте вопросы по существу, на них всегда отвечаю. Стараюсь быть более или менее объективным. Вот. Так, ну давайте я расскажу пока, что происходит, что у нас, кто у нас в Олимпийке, у нас Павел Щербинин,
Кочкин, Плишкин, Лепшаков, Мадаминов, Швыряев. В сетке, кстати, Мадаминов будет играть с Мадаминовым. Но не обращайте внимания, это небольшой глюк сетки. Такое бывает. Швыряев, Дмитриев, Миронова, Моисеенко, Старосельский, Абрамов. Ну, в общем, все сеянные игроки находятся в сетке, находятся в Олимпийке. Ну, а кто ожидал другого? Ну, Левады только там нет. Левада вот грохнулся вниз. Хотя, конечно, должен был пройти поверху. Ну, всякое бывает. Вот Андрей Бузьяров стал темной лошадкой. Почему бы нет? Ну что, будет контра очередная. Какая? Третья, да? Получается, первый матч Абрамов 4-2. Во втором контра. Так, Михайлова, Манчак, контра. И, похоже, здесь тоже повеяло контровой партией. Посмотрим. Спрашиваете вы меня, какой у меня разряд в бильярде. Разряд у меня кандидат мастера спорта. Я, правда, давно уже не участвую на официальных турнирах. Ну, занимаюсь в основном тренерской деятельностью. Ну и также вот комментирую. Много матчей смотрю. Если что-то не то говорю, ну или ваше мнение какое-то другое по поводу разыгрывания позиции или мнение об игроках, поправляйте, я совершенно адекватный человек. Ну что, контровая партия. Ну, честно говоря, я думал, в другую сторону будет бить чужого Александр. Но вот выбрал он почему-то дальнего чужого. Ну, знаю, что он обожает дальних. Ну и в очередной раз подтвердил, что он умело это делает. Да, знаю, что Бузьяров в финале выиграл Абрамова. Ну, это подтверждает его высокий уровень, безусловно. Ну, Иосиф Абрамов долгое время не играл. И вполне возможно, что вот отсутствие турнирного опыта каким-то образом сказывается. Ну, так-то Андрей Бузьяров известен, наверное, в любительских кругах в Сибири. Ну, а в профессиональной среде кто о нем знает? Думаю, что пока никто. А, Манчак выиграл 4-2, все верно. Немножко я так потерялся. Когда много всего происходит вокруг, много событий. Ну, получается, вторая контра на нашем онлайн-столе. Какой матч будет на ТВ? Столе сегодня уже никакой. Как я понимаю, это последний запуск. Каким кием играл? Каким кием? Разными киями я играю. У меня несколько киев. Есть кий Романа Королева, Романа Тропина. Ну вот два у меня кия. Был еще один кий, но я его успешно продал. Ну вот двумя этими мастерами играю попеременно. Один кий подарочный. Как раз подарили мне за хорошее выступление одного из учеников. Вот. А если говорить о характеристике киев, то кий 1,55 м, вес, ну, порядка 700 грамм. Ну, вот оба они очень похожи, эти два кия. Задний баланс. Ну, а у нас штраф. Александр Молчанов, минус 1. Ну, как забьет, тут же поставит шарик на короткий борт. Передал ход Виктор Локтев. Ну и вот такой вот вам ударчик в контровой партии от молодежи. Как? Пойдет? Средняя цена хорошего кия для любителя. Ну, я думаю, что сейчас это, ну, в районе 20 тысяч. Сейчас очень много хороших киев, очень много хороших мастерских. Вот я уже говорил, что на как-то попробовал посчитать, сколько мастеров представлено на самом большом сайте, на Лузеру, и насчитал 56 мастерских. Ну вот,
Я думаю, что в районе 20 тысяч можно взять хороший прямой кей. В районе 20 тысяч, да. Абузьяров молодец, выиграл Сибирь. Ну, честно говоря, Сибирь — это в настоящее время не показатель. Сейчас объясню, почему. Раньше чемпионат Сибири был, ну, гораздо более представительным. Выступали Андрей Фрейзе, Сергей Тузов, Михаил Царев, Елисей Ануфриев. Очень много было сильных игроков. Ну, в этот раз, ну, честно говоря, ну, кого можно назвать? Абузьяров, Жогин, Глеб Луценко. Кто еще? Кто еще? Кто еще? Ну и, пожалуй, все, наверное. Ну, а то, что в коммерческом турнире выиграл Иосифа Абрамова, безусловно, молодец. Я нисколько не хочу принизить заслуг Андрея Абузьярова, но если судить по регалиям, Абузьяров и Левада, Левада чуть-чуть поинтереснее. Ох, по поводу наклеек. По поводу наклеек, это... Какую наклейку посоветовать на какой кей? Ну, в моем топе меня немножко за последнее время поменялся топ наклеек. Сейчас это не по порядку качества наклейки я сейчас озвучу, а вот просто те наклейки, которыми я играл, а те, которые я ставлю и которые нравятся многим, это Меписашвили, Джос, Джосаш. Наклейки Крымова, наклейки Павла Лыкова. Вот. И, ну и, наверное, вот раньше рекомендовал ставить наклейки Виталия Гризы однослойные. Сейчас однослойные давно уже не ставил. Вот. Как-то вот, мне кажется, качество немножко у них поменялось. В какой-то момент, может быть, а вот многослойные... Наклейки у него очень хорошие, продолжаю их ставить. У меня там был небольшой запас. Ну, браво, что творит Виктор, просто чудеса. Что поставить на плотный кей? Ну, поставьте Джос, Джос, я не знаю, М. Я не знаю, как вы играете, какой у вас стиль. $20 тысяч дорого для кия, ну, не знаю. Ну, там одного материала, наверное, только 1008. Плюс работа мастера. Если говорить именно о хорошем кие, который у вас не поведет через месяц. Всем привет, всем привет, всем привет, кто в чате. Что скажете о киях Короленко, спрашиваете вы в чате. Ничего не скажу, даже не знаю, кто такой Короленко. Сейчас говорю столько мастеров, что я уже половину фамилий, наверное, не знаю. Вот недавно открыл для себя кии Александра Трегубенко. Открыл, причем после слов своего ученика Елисея Ануфриева. Столько хороших слов рассказал. Ни разу этими киями не играл, ничего сказать не могу. Так, а почему именно такой удар делает Виктор? А потому что уже готовая парочка-то у него есть. 7 минус 1. Ну и есть чужой. Есть чужой. С правой руки. Ну, я думаю, что это не проблема для мастера спорта международного класса. Да, задавливает этого шара. И это, как я понимаю, партия с кия. Ну что, друзья, не знаю, на сегодня все или нет, но спасибо вам за комментарии. Смотрите бильярд, смотрите Кубок Трансформ. We'll be right back.
Наша продукция проходит тестирование на вершине Эльбруса, в горах Алтая, непроходимой тайге и даже на Карибских островах. Наша гордость – всесезонный газ. Мы проверили его в самых экстремальных условиях – на Камчатке, в районе Ключевской группы вулканов. Он получил всеобщее признание от заядлых путешественников. Продукция торговой марки «Следопыт» используется участниками экспедиции Русского географического общества. Со «Следопытом» удобно, выгодно, надежно. Каждый день и в любую погоду. Thank you.